Счастье семьи в понимании, любви и в преодолении трудностей вместе. Такой мудростью поделились золотые супружеские пары, которые рука об руку прошли полувековой рубеж. В день семьи, любви и верности у них особая миссия – передать оберег молодоженам. А вместе с памятным сувениром – традиции, прошедшие не одно поколение, секреты душевного покоя. Каждый праздник, любой и день рождения, любое событие мы всегда собираемся вместе. Это у нас традиция. А я бывший военный, ну не бывший, бывший не бывает, военнослужащий, подполковник в отставке. Мы жили очень дружной семьей, 15 офицеров. И все время каждый праздник вместе, всегда вместе. И детишки, жены. В этом году Владимир и Надежда Афонины отметят 62-ю годовщину со дня свадьбы. На праздник в парк семьи супруги пришли вместе с детьми и внуками. Здесь же в день семьи, любви и верности открыли красочный парад. Молодожены скрепили свое намерение быть опорой друг для друга подписью в свидетельстве о браке. Следом за ними под любимые мотивы прошли пары с богатым жизненным опытом. И мы с ним встретились в автобусе, в 112-м нашем великом автобусе. И после этого больше не расставались. Главные советы – это надо уважать друг друга, любить, уважать друг друга, уступать друг другу в обязательном порядке, гасить все моменты такие сложные, быть терпеливым друг другу. Ну и радоваться совместной жизни. Праздник взаимопонимания и любви супруги отметят по-семейному, в кругу родных. Для Юрия и Галины это не просто дата в календаре, а символ счастья и благополучия. Аналогичный принцип взят за основу уклада еще в 150 тысячах семьях. Именно столько проживает в Ульяновской области. Из года в год сохраняется тенденция на увеличение числа многодетных пар. У нас в регионе предоставляется компенсация за коммунальные услуги многодетным семьям. У нас ежегодно выплачивается определенная сумма компенсации за приобретенную школьную форму и спортивную форму. Также многодетные семьи могут воспользоваться с 1 сентября в новой компенсации, которая будет установлена благодаря решению президента в этом году. Льгота по ЖКХ – это послабление со стороны государства на оплату жилищных и коммунальных услуг, которые полагаются многодетным семьям. Также введена субсидия на возврат до 5000 рублей от стоимости путевок для отдыха на каждого члена семьи. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.